Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И по заставке этого видео вы поняли, что мы продолжаем с вами серию распаковок новогодних подарков. И не простых новогодних подарков, а именно самых бюджетных, самых дешевых сладких подарков, которые можно найти в продаже в магазинах. Сегодня мы с вами будем проверять три подарка из магазина «Пятерочка». Конечно, в «Пятерочке» ассортимент новогодних подарков очень большой. Есть очень классные подарки типа «Nestle», Дэмс, где конфетки уже проверены, и ты будешь знать, что там. Есть подарки от 300 и выше рублей, и я тоже подразумеваю, что там, в принципе, наполнение должно быть неплохим. Но меня соблазнили три подарка по цене 159, 139 и 169 рублей. Это были три самых дешевых подарка. И мне вот стало интересно посмотреть, что там находится. Мы с вами уже в предыдущих видео сверяли, сравнивали, что заявляет продавец на упаковке, количество конфет, если оно будет указано. И хочется, конечно, это проверить. Мы открывали три подарка из фикс-прайса, один подарок из красно-белой. И вот дошла очередь теперь до других магазинов. Под видео распаковкой подарков из фикс-прайса было несколько комментариев, что вот тебе на халяву дали подарки, а ты их еще хаешь. Друзья, мне никто на халяву не дает. Все, что я показываю в видео, я покупаю сама. Что касаемо фикс-прайса, Светофора, других каких-то магазинов, Магнит, Пятерочка, я все покупаю за свои деньги. Поэтому дорогие подарки я пока покупать не могу, бюджет не позволяет, но вот дешевые мне проверить хочется. И в качестве подтверждения чек о покупке. И давайте будем открывать. Первый подарок, который у нас идет на тест, это вот такая маленькая коробочка от производителя Аконт. Вес 200 граммов, цена 139 рублей. Ну и давайте сразу будем взвешивать этот подарок вместе с коробкой. Я думаю, пока взвесим. 225 грамм. Потом посмотрим, сколько весят сами конфеты. Что же у нас по коробочке? Самая обычная бюджетная коробка в виде вот такого домика, но картинки довольно милые. Что у нас по описанию? Изготовлена и упакована 7 октября, годен в течение 6 месяцев. Это, конечно, классно. И дается у нас ассортиментный перечень, так что будет с чем сравнивать, и это дело мы с вами любим. Поэтому давайте смотреть, открывать. Запаковано все на скотч и вот таким образом открывается. Ну, а внутри стандартный полиэтиленовый пакетик, и наполнение я вижу вполне стандартное, но кое-что интересное есть. Напомню, что цена набора 139 рублей. Коробочку оставляем в сторонку, давайте даже вот сюда, чтобы она была видна, и давайте взвесим сам пакетик с конфетами. 198 грамм, 2 грамма не доложили, причем еще не учитываем вес пакета. Ну ладно, не буду я тут бомбить. Давайте смотреть, что у нас тут. Я безжалостно буду все разрывать. И вот такое наполнение. Две печеньки трио, но вот эти печеньки очень вкусные. Я сейчас быстренько рассортирую, чтобы нам с вами было уже комфортно и нормально смотреть. Так. Конфетки вот эти разные. В принципе, все остальное идет разное. Давайте смотреть по порядку, что у нас заявлено производителем на упаковке. Конфета Ермила с бисквитом, одна штука. Это вот такая конфетка. Есть. Конфета Бабочка. Обычная конфетка. Помадная конфета в шоколадной глазури. Ничего примечательного. Следующая конфета Зачарованные. Это конфетка в белом фантике, и там, видимо, какая-то есть желейка. Давайте сразу будем открывать и смотреть, что же у нас внутри. Ну, а внутри вот такого плана конфета, в принципе, довольно аппетитно. Следующая конфета Зернушка. Это конфета вот с такой курочкой. Почему-то мне кажется, что она должна быть похожа на шоколадный батончик.
Да, отдаленно она похожа на батончик с ореховым ароматом. Друзья, сразу приношу извинения, если вдруг какие-то конфеты я могу называть неправильно. Там помадки, батончики, потому что, ну, я не совсем кондитер, я не технолог в этой промышленности, могу в этом деле ошибаться. Следующая конфета «Заводка». Это уже точно батончик, есть одна штука. «Колорит» со вкусом апельсина, одна штука. Если вы знаете, подскажите мне. Да, вот «Колорит» со вкусом апельсина, одна штука. Это тоже у нас какая-то желейная конфетка в шоколадной глазури. Уже чувствую, что она там внутри мягенькая. Следующая «Колорит» со вкусом дыни. Есть такое дело. От «Красули» одна штука. Это вот такая конфетка. Она похожа на конфету «Коровка», я думаю, потому что тверденькая. Ну, да, что-то отдаленное, похожее на коровку или же похожее на ириску. Что-то в этом деле есть. Следующая. «Золотая пора» одна штука. Вот такая конфета, я думаю, всем знакомая. «Жевательная карамель» капелька со вкусом клубники. Капелька со вкусом клубники есть, но она слегка помялась. Карамель «Молочная речка». Обычная, самая дешевая карамелька. «Самолетик» одна штука со вкусом лимона. «Рози блюз» со вкусом земляники. Вот такая, вот эти конфетки я очень сильно люблю. «Лимонадия» со вкусом колы есть. И «Лимонадия» со вкусом лимонада. Конфетка есть, но вот тут уже, конечно, посмотрите, я хочу открыть, потому что чувствую, там конфетка бракованная попалась. Вот. Вот что было в этой лимонаде. Ну, на производстве бывает, ладно, тут я бомбить не буду. И печенье «Трио» какао с начинкой со вкусом пломбира. Вот эти две штучки есть. Тут что у нас, хочу сказать, все по описанию соответствует, именно по ассортиментному перечню, поэтому я, в принципе, ставлю этому подарку плюсик. Но вы, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете, для 139 рублей как-то нормально или нет. Друзья, следующий подарок от фирмы Conti. Стоит он 169 рублей. Это вот такая коробочка. Вес у нас тут заявлен 350 грамм. И есть у нас расшифровка по составу, по ассортиментному перечню. Так что это тоже здорово. Изготовлено 15 октября, годен до 15 июня 2022 года. Ну, давайте смотреть, что... А, кстати, мы не... Так, взвешиваем. 369 граммов, есть такое дело, и сразу же открываем. Но внутри у нас конфетки без пакетика, и тут уже что-то поинтереснее. Знаете, вот визуально, в принципе, для 169 рублей, я думаю, вполне даже неплохо. Так, рассортировала сразу все конфеты, и давайте смотреть. Карамель «Золотая птичка». Две штуки. Это вот это у нас «Золотая птичка», самая дешевая, самая бюджетная карамелька. Ничего интересного. «Конти» со вкусом, с молочным вкусом, две штуки. Это карамельки, тоже обычные молочные карамельки, есть такое дело. «Фруктовая радуга» «Дюшес». Обычные карамельки со вкусом «Дюшес». «Фрумба» со вкусом «Ананас» две штуки есть. «Живинка» со вкусом «Арбуз» две штуки. Вот эти конфеты я, честно говоря, очень сильно люблю и ненавижу. Там желейная начинка, сама конфета желейная с жидкой начинкой. И они похожи на семечки, потому что вот когда их начинаешь есть, остановиться просто невозможно. Конфеты «История Востока» три штуки. Но это конфеты будут такое пралине в шоколаде, но тоже мы сейчас откроем, посмотрим. Вот такая конфета, в принципе, вполне аппетитная. И внутри она выглядит вот таким образом. Она нежненькая, мягенькая. Следующее, друзья, «Умка Конти» с рисом три штуки. Но тут я уже вижу, что вот «Умки» у нас две штуки, одну конфету не доложили. «Золотая лилия» одна штука есть. «Конти мусс молоко» одна. «Конти мусс», вот,
вот такая муссовая конфетка в шоколаде есть. Трикси с печеньем в мягкой карамели. Это есть две вот таких конфетки. Сразу хочется посмотреть, потому что такой конфетка, ну, мне кажется, это будет что-то наподобие Твикса, Сникерса, вот этих бюджетных аналогов, когда хотят скопировать такие сладости. И внутри, ну, внутри нормальная интересная конфетка с арахисом, в принципе, неплохо. Вафельные конфеты «Веселый боцман» – это обычные вафельки в такой красивой упаковке. Выглядят интересно, две штуки. И печенье-сэндвич «Супер Контик» – тоже очень вкусное печенье. Мне нравится, печенье заявлено одной штукой. Ну что, в принципе, по составу неплохо. Единственное, что нам не доложили одну конфету «Умка». Но наполнение за счет вот этих вот конфет выглядит уже более интересным. Это у нас вот такие конфеты. Ну, давайте вот эту «Магию Востока» или как там «Истории Востока» тоже сюда отложим. «Умку», в принципе, можно отложить. Ну ладно, «Живинки» тоже нормальные. Вот. Вот это, в принципе, нормальные бюджетные конфеты, а вот это обычные карамельки. Но 169 рублей тоже особо не придираюсь. Вполне неплохо по сравнению с фикс-прайсом. Друзья, и осталась у нас самая красивая упаковка в виде елочки, но при этом стоит 159 рублей при весе 350 граммов, что мы сейчас с вами и проверим. Это тоже у нас производитель Конти, 391 грамм, и давайте эту елочку открывать, и она, наверное, открывается как-то вот тут вот спереди, потому что я смотрю, тут есть скотч. Конечно, упаковка вся эта пойдет на мусорку, она никому не нужна. А вот конфетами мы теперь будем обеспечены надолго. Ну и что? Вот такое у нас наполнение. Конечно, раз производитель у нас Конти, то и конфеты тут будут знакомыми. Но конфет тут намного больше. И, кстати, по производству произведены они 15 сентября, годны до 15 мая. Ну и начинаем сравнивать, что у нас заявил производитель. Карамель Фрумба со вкусом ананас одна штука. Есть. Конфета Умка Конти с рисом одна. Есть. Батончик Конти один. Есть. Белиссимо крем-брюле 1. Это вот такая конфетка. Выглядит очень даже ничего. Золотая лилия 2 штуки. Стандартные конфеты всем известные. Конти мусс молоко 1 штука. Это вот эта конфеточка. Супер Конти со вкусом шоколад и апельсин 1. Супер Конти. Вот это, наверное. Я так или вот это? Нет, вот. Вот это Супер Конти, шоколад и апельсин. Вот такая. Вот такая конфетка. Далее. Сладкое созвучие, вкус апельсин с шоколадом. Вот это сладкое созвучие, апельсин с шоколадом. Тимми сливки. Тимми вкус апельсин 2 штуки. Вот, две вот таких мягких желейных конфетки. Это Тимми апельсин. Тимми вкус малина 2 штуки. Две конфетки есть. Шоколео 2. Вот эти две конфетки. Даже, знаете, интересно посмотреть, что же там внутри. Шоколадная конфета. Вот такие конфеты я еще никогда не видела. Ну, а внутри стандартно муссовая начинка. Такая муссово-мармеладная. Арахисовый бум. Арахис в карамели. Вот такая конфета, похожая отдаленно на Сникерс. Одна штука. Тимми Тоффи с апельсином. Вот оно. И как видите, тут в основном конфетки Тимми. Вот этого производителя, этой торговой марки. Тимми с клубникой. Одна мягкая мармеладная конфетка. Трикси с печеньем в мягкой карамели. Одна штучка есть. Вот эта штучка. Bubblegum. Есть. Шоколадные истории Джек Мини. Это маленькая мини-шоколадная вафелька в шоколадной глазури. Вафельные конфеты Боцман. Тоже мы с вами уже видели.
и Супер Конти. Ну что, тут у нас все сошлось, никаких нареканий нет. Ну что, друзья, какой итог хочу подвести? В принципе, мне эти подарки по наполнению понравились, несмотря что во многих были даже и карамельки, но при этом в дополнение были интересные и шоколадки, были интересные вафли в шоколадной глазури, бисквитики, вот эти печенья трио очень хорошего качества. И я считаю, что для своей цены от 139 рублей до 169 рублей подарки неплохие. У меня получился в общей сложности вот такой пакет, почти килограмм, будет лежать в запасах. Но от вас, друзья, жду внизу в комментариях отзывы, что вы считаете вы по поводу этих подарков, приемлемы они, да или нет, или же можете порекомендовать или предложить на проверку какие-то другие подарки, которые я могу найти в наших сетевых магазинах.